Добрый вечер, с вами Ляман Мамедова, и вы смотрите «Афишу». Осень не перестает радовать нас теплыми деньками. Особенно приятно, когда эти теплые деньки выпадают на выходные с массой интересных мероприятий. О самых-самых расскажу прямо сейчас. Получалось ли у вас в детстве быстро собрать кубик Рубик? Если да, то вам срочно нужно на фестиваль Кубофест. В Саратове он пройдет впервые 28 октября с 12:00 до 18:00. Фестиваль призван объединить фанатов этой самой популярной в мире головоломки. Вы узнаете все от профессионалов и ведущих спортсменов по скоростной сборке головоломок, примите участие в мастер-классах и узнаете секреты сборки. Под руководством опытных инструкторов соберете картину из кубиков Рубика. Окунетесь в мир волшебства, где увидите самые необычные фокусы наяву, а также освоите несколько трюков. В качестве бонуса – сувениры и классные снимки от фотографов. Бывали ли вы в Хвалынске осенью? Для многих это только горнолыжный курорт, но вы ошибаетесь. Я приглашаю вас посетить усадьбу Голицыных уже в это воскресенье, 28 октября. Вас ждет знакомство с живописной природой, экскурсия с гидом. И, конечно, вы посетите Национальный парк Хвалынь и Хвалынские термы. Великолепная старинная архитектура Хвалынской, красивый женский монастырь сделают этот выходной день незабываемым, а фотографии – шедевральными. Я не могла не уделить внимание моим постоянным зрителям-театралам. 28 октября в 18:00 в Театре оперы и балета опера «Мадам Баттерфляй». Поэтому, дамы, готовим платье и идем получать удовольствие. А я пока вкратце расскажу о постановке. Более 100 лет это сочинение великого итальянского композитора не сходит со сцен оперных театров мира. История о трагедии, которая на все времена сохранила главное свое достоинство – высокие светлые человеческие чувства, вне переданы средствами гениальной музыки. Ограничение по возрасту 16+. На этой неделе мне больше нечего вам предложить. Пока вы выбираете, куда пойти отдохнуть, я уже готовлю материал для следующего выпуска. Впереди вас ждет кое-что интересное. С вами была Афиша, я Ляман Мамедова. Пока-пока.